Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы сегодня поиграем в игру, которая называется «Кулак спартанца». Ну что ж, поехали. Да, ребята, она такая кубическая, пиксельная игра, но тем не менее довольно прикольная. Вот это я. Ну, а теперь побежали отсюда. Так, ну что, ломаем ворота. Так, что у нас здесь? Сломать тут все к ядре не фене. Отлично, погнали. Где враги? Иди сюда. Так, тихо-тихо, ребята. Не буяним. Эй, хорош. Отлично, аплодисменты. Давай, ребята, накумариваем его. Потихоньку. Есть. Что-то вас тут дофига, по-моему, ребят, вам так не кажется? О, получил. Побежал, побежал. Иди сюда. Куда-то. Вот так вот. Готовченко, ребята. Так, их там до хрена. Да-да-да, конечно. Промахнулся. Роднули от тобой. Куда побежал? Куда? Я еще с тобой не закончил. Бежит он уже. Так, подожди-ка, дайте. Мне хилочку скинули, да? Ну что, где там следующий-то? Ждете меня, да? Иди сюда. Тихо-тихо-тихо-тихо. На. Готов, ребята. Давай-давай-давай-давай. На. Так, подождите. Пробирки, ребят, собираем пробирки. Вот тебе и бррр. Ну, еще два хламона осталось. Воу, ничего себе он прописал мне. По щам получил. Ха-ха-ха. Иди сюда. На. В табло. Ага, смотрите, защиту поставил. Но мы пробили его, ребята. Так. А ну-ка, дай-ка мне. Сейчас, секунду, дуэлист. Апдрефт. Во. Так, подождите, а у меня еще же, по-моему, есть какие-то кулаки, нет? Нет, по-моему, больше не набрал. Ну-ка. Минус. 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 Все тут поломал. Так. О, вот это, ребята, опасно. Вот это опасно. Вот эти вот штуки, которые крутятся. Они, ребята, пламенные. Они огонь делают. Поэтому можно зажариться. Иди сюда, хмырь. Хо-хо-хо. На-ка, получил. Есть. Апперкотиком я его, а? Так, куда идем? Спасибо большое. Давай, наверное, вот сюда пойдем. Оу, это что такое? По-моему, босс, ребята, здесь, да? Нет? Оу. Так, кулаки. Это боксинг. Все одно и то же, что ли? Апдрафт. Ну ладно, какие взяли, такие взяли. Че ж поделаешь? Иди отсюда. Ну. Блин, по-моему, босс, ребята. Черт подери, это плохо. Я с таким уже дрался. И поверьте мне, это очень жестко. Тихо. Тихонько нафиг. Вот это он мне припечатал, ребята. Вот это он мне дал шороху. Хрен тебе. Получил? Да ёпрос это, ребята, он мне сейчас положит. Слушайте, как там суперудар-то использовать? Я уже забыл, какая кнопка. Офигеть, буквально. Ребят, буквально на два удара мне хватило. Так, смог я открыть, нет? Сколько у меня денег? 95 всего лишь? Да, я абсолютно ничего не могу открыть. Хорошо. Погнали далее. Фух. Так, ну что, где, кто, чего? Блин, а как же мне интересно
ребята использовать суперудар? Я вот не помню. Ага, вот, все, теперь я вспомнил. Короче, кнопка Q и кнопка E. Также у нас есть прыжок. Я вот еще, знаете, чего не помню? Какие кнопки у нас делают блок? У нас есть здесь блок, мы можем прикрываться. А вот какая, не помню, ребята. Ага, вот, у нас еще, да, на Shift тоже у ворот, ребята, своего рода. Так, ну что тут у нас? Эффект какой-то. А что это за такой эффект у нас? Эффект горячего пукана, что ли? Иди сюда. Снесли чайник. Я не пойму, мы горим, что ли? Оу, щит, ребята. Вот это надо было так пронубить. Во, можем с вами открыть максимальное ХП. Давайте откроем. Подожди, а сколько нужно-то? Ой, 500, нет, не хватает, ребята. Нам нужно, значит, давай-ка мы удар левой откроем. Получится открыть? Ну? Ай, 150 нужно? Что-то дофига, ребят, да? Так, хорошо, ну давай хотя бы хоть что-нибудь. Ну давай вот это вот, реген. Сможете? Во. Регенерацию, ребята, мы с вами открыли. А знаете, почему я там погиб, ребят? Потому что я не увидел, что на земле тут же все время разные арены. И земля, из-под земли огонь шел, короче. И я там бегал, как дурень. Я думал, что это эффект у меня такой горячего. На самом деле бегал по огню. Поэтому и проиграл здесь. Ладно, на ошибках учится. Иди сюда. Так, дай-ка мне вот такие вот кулачки. Тихо. Ух. Получил? Сразу. Вот как-то вот так же, ребята, я тоже могу прикрываться. Но вот как? Пока ума не приложу, как это делается. Иди сюда. Юху. Полетаем. Не тому дал, дурило. Тихо ты нафиг. Готов. Иди сюда. Да что такое, что за неугомонный. Так, прописали, ребят. Апдрафт. Порвали, нет? Почти что. Тихо, тихо, тихо. Что-то их тут дофига, ребят, по-моему. На меня-то тут поперло. Так, минус. Иди, иди сюда. Еще минус один. Че, зубы выбил, да? Нет, тебе, братишка, тут блок не поможет. О, спасибо за подхил. Ну, знаете, в чем вся сложность, ребята? Вот сложность именно вот в боссе. Босс меня просто убивает. И вот сколько раз я не пробовал, никак мне не получится его пройти. Хорошо, ладно, давайте выходить. Кто там, что там? Ох ты, гнида. Я тебя что-то и не заметил. Все, идем. Погнали. Кто, что? Какие-нибудь ловушки есть? Нету? Оу! Фига ты втихушку-то тут. На! Да что ж такое-то, непробиваемый какой-то. Захайдокали. Ну иди сюда. Где ты там, я не вижу. Отличненько, готов. Погнали. Что это вы тут тупите, стоите? Вот гад, а, смотрите, в блок встал. Погоди-ка, что-то ты где-то... Не вижу.
слышу, что кто-то где-то трещит. А где? Непонятно пока. Черепундель. Разбомбили просто так. Воу, вот он. Да надо, на. Че это они там наверху стоят, эй? Во. Йо-хоу! На. Давай, добиваем. Отлично. Побежал он там плакать. Разнесли. Как ты, гад, в блок встаешь, а? Что? Мало тебе было? Разобрали. Так, по-моему, все, да? Да, мусси... А, нет. Нифига ты брыкаешь еще что-то тут. Уложили на боковую этого чувачка. Ну что же, двигаемся далее. Ага, двигаемся далее. Подожди, где-то тут еще кто-то, ребята, жив. Бегает. Так, смотрим, вон он. Тут даже их два. Так, секунду. Надо запрыгнуть. Так, дело не пойдет. Ну че, иди сюда. Хоп-хоп-хопа. Отлично. Так, где еще один? Нету? Нет, ребята, он должен быть где-то здесь. Но где? Вон там, что ли, ныкается гнида? Из-под тишка, ладно, хорошо. Все, уложил. Стоит и обтекает. Голова, короче, только отлетела. Ну что же, продвигаемся дальше. Чувствую, я сейчас мы к боссу попадем опять. Нет? Нет. Простая аренка. Тихо, погоди, где-то огонь, где-то огонь. Оу, хорошо-то как. Так, вот, ребята, я вижу огонь. Главное не попасть. Пойду-ка я вот с этим разберусь пока. Опять в блокировку встает, гаденыш, а? Вот так вот, разобрали. Пошли. Оу, щет. Да почему-то жарюсь только я. Эти так ходят обычно, ничего им не делается, а? Так, дай-ка его нахлобучу пока. Ага. Тихо ты. Ха-ха, разобрал. Так, спасибо, дайте мне пробирку эту. Во-во-во, чувак бежит, горит. Добиваем его. Нифига себе. Что он такое там делает, я не понимаю. Вот так вот, блин. Будет знать, на кого кулачки свои маленькие поднимать. Слушайте, ну здоровья-то у меня мало. Так, давай глянем, что здесь. Аптечка, что ли? Нет, поменяли с вами кулак. А что это за... Что это за лапу мы с вами получили, а? Ох! Неплохо. Очень даже неплохо, я вам скажу. Так, ну что, погнали. Посмотрим. Тихо. Не надо буянить. Ну. Тихо, это куда это меня так подбросили-то? Ну, иди сюда. Черт. Да кто ж там буянит-то все, я не могу понять. Нафиг. Разобрал. Бежим дальше. Так, подожди. Ха-ха, я сейчас дорадуюсь, блин. Ха-ха-кает он мне там. Да что ж за фигня-то такая? Ох, сейчас меня тут, ребят, нахлобучат. Ох, нахлобучат. Да их тут правильно, ребята, они не по одному идут, а целой шарагой.
Двоих урыл, да, по-моему? Двоих. Ух, шикарно. Где пробирки мои, блин? Законные, которые я зарабатываю. Жизни дайте мне, хпшки. Фух, есть одна. Дай-ка я вот этого нахлобучу. Куда меня закинули-то, эй? Ух. Туго-туго, ребята, очень туго идет все. Дай хотя бы вот этого нахлобучу, попробую. Ну, остался чуть-чуть ему. Фу, разобрал. Где пробирки со здоровьем, пожалуйста? Зрители не хотят бросать нифига. Ага. Получил гад свое. Я тебя сейчас... Размазали. Так, кто следующий тут у нас? Так, это понятно. Просто так у нас стоит. Давай-ка вот этого попробуем нахлобучить. Че, готов? Нет? Вот теперь готов. Спасибо, спасибо. Где пробирки? Вон она. Мало как-то даете вы, мало. Так, на двоих сразу я не потяну. Там тоже, что ли, у нас двое, да, наверху? Да что ты перепрыгиваешь-то постоянно, ё-моё. Можешь встать на нее. Прыгаем теперь. Ух, иди сюда, говнюк. Вот так вот. Блоком встал, да? Смотри, стоит в блоке. Ну, раскрывайся. Да чтоб... Оу, аккуратненько надо, ребята. Это горит. Давай, поджарься, гаденыш. Почему он не горит, а? Странно. А ведь должен гореть. Может быть, потому что он ходит вокруг? Точно, ребята, он не дурак. Он не... он не идет в огонь. Получил? Добивочный. Вот она. А где пробирка, ребята? Они должны были кинуть мне пробирку. Когда они вот так вот орут, они кидают хп. А как он меня так достал, а? Как? Спасибо. И сюда. Опа, отлично. Промазали. Есть. Накумарил, последний, по-моему. А, нет, ребята, все. Двери. О, и, по-моему, босс. Нет, не босс. Далеко не босс, ребята. Тихо, что там буянишь? Фига он там... Хочет прописать, гаденыш. Я даже не знаю, что делать-то. Как мне быть? Йоху! Тихо, не надо орать. Слушай, у меня здоровья-то мало, у них-то у всех полненькое, а у меня-то хрен. Иди сюда. Сразу в блок, блин. Сразу в блок встает, а? Вот так и приходится, ребята, бегать. Ёпрст, ты вот это прописал. Отлично. Почему зрители не радуются? Почему никто мне ничего не подкинул, а? Такие у них удары там круговая, блин, еще там что-то. Е! Где? Вот она, ребята, капсула. Ю-ху! Что за удар у меня? Ёпрсоты, давай сматываемся, да чтоб тебя. Тихо. Так, вот этого накумарим, попробуем. Так. Где аптечка? Вот она. Иди сюда, говнюк. О, отлично разобрали. Так. Не видит меня? Не видит. Блин, увидел. Чё ты там дергаешься-то? Дергун. Так, давай иди сюда. Получил по щам, а сразу в блок. Ну? Ага, не хочет. Смотри, вертушку свою начинает делать. И побежал.
готов. Сосунище. Так, аптечка. Моя. Иди сюда, иди сюда. Ты готов? Ты готов сдохнуть? Я вижу, готов. Давай, пропишу еще. Разобрал. Ух. Вот тебе и бр. Давай вот эти вот кулаки поставим. Да-да-да-да-да-да-да. Далеко ли? Вау, хорошо пропечатал. Я жду, пока ты откроешься. Ты думаешь, я буду атаковать? Нет. Бинго. Так, еще один. Вот он стоит, ребята. Что ты? Поджидаешь меня, гад? Потерялся. Ну, жду. Спасибо. Слушайте, ну здоровья-то мало, ребята. Здоровья очень мало. Где там он? Наверху где-то, да? Вижу. Их тут двое. Так, хорошо, давайте. Блин, да что ж такое-то? Проблематично. Так, а как у меня там? Я уже забыл. Ага, вот она, значит. На shift. Ну, энергия отнимается, ребята, от этого. То есть, буквально мне на два вот этих вот прыжка хватит. Ух. Пошли. Да что такое-то? Да ёпарасоте. Ну, давайте, жду вас здесь. О-о-о-о-о. Что такое? В чём проблема? Хе-хе, пробил. Твою маковку. Я думал, что он трупец, но он был жив. Почему-то. Где-то пробирка должна быть. Вон она, ага. Ну, подобрали. Так, остался один. Ребята, Гаврик здесь у нас. Я сейчас к нему иду. А, вот он. Кулак, блин, гладиатора. Иди. Опа. Добивающий. Такой, еле встал такой. На. Ушатал. Я так понимаю, ребята, мне надо идти к боссу, да? Нет, я могу, конечно, вернуться назад. Наверное. Нет, не могу. Не могу, там все уже пройдено. Ох-хо-хо-хо, да, ребята? Это босс. Как с ним драться? Ума не приложу. Вот что это вот мы такой с вами взяли? Эффект, эффект чего? Горячих кулачков? Да не победить мне этого босса. Так, лапа. Еще одна лапа. Тут, по-моему, все везде одинаково. Слушай, а дай. Ага. Вон он лежит, гад. Не знаю я, как с ним тут вообще можно драться. Просто с удара сносит. Охренеть, блин. Вот как вот? Как? Скажите мне. Ух. Ну я его ударил разочек, ребят. Оу, тихонечко, тихонечко. Боюсь нафиг. Так, пока идут неплохо дела, ребята. Тихо, тихо, тихо. Не надо, не надо. Не будем подставляться, ребята. Лишний раз. Тихо. Оу. Сейчас было круто. Фух. Там каких-то три кота, ребят, сидят в этом роботе. Я не знаю, как его назвать. Тихо ты. Оу. Тихо, 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 тихо. Не подставляемся, ребят, не подставляемся. Танцуем возле него. И вот теперь надо бить. А, это как комбинация пропустилась, да, ребята?
Ох, сейчас было замечательно накумарено, ребята. Ох, классно. Классно пропечатал. На-на-на, гаденыш. Достал. Тихо. Ударная волна нам нафиг не нужна. Так, сейчас я знаю, что он будет делать. Хоп. Есть, вот сейчас было замечательно. Вообще великолепно, ребята. Чуть-чуть осталось, совсем маленько. Давай. Ну, добивочный. Есть. Это круто было. Фух. Чего? Подземелье? Underground? Ну, ребята, здесь я не был. Я не знаю, что нам здесь светит. Ох ты. Конечно, меняем. Подожди, подожди, подожди. Нет, 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 нет. Меняем. Так. Будем смотреть. Что такое? Ой, ёпрасоте. Ого, не так все просто. Да что ж такое-то, я не могу привыкнуть. Мощные гады. Воу. Вот это было круто. Вы видели суперудары, ребят? Смотрите. Охренеть, куда побежал? Эй, и сюда. Да что ж они так бегают от меня все. Оу, тихо, тихо, тихо. Но этого... Тут какие-то мыши у нас, да, уже в роботах сидят. Бум. Отлично. Так, пробиваем. В блок встал, да, гаденыш? Пробили блок. Рассыпался. О, аптечка, спасибо. Еще одна. Так, где, где гаврики эти? Не вижу, ребята. Так, пройти не могу, да? Нет, не могу. Идет, идет. А, тут уже и люди обычно есть. Люди, ё-моё. Ну, пускай это будут люди. Есть. Шикарно разбомбил я его. А где аптечка? Вы там аплодисменты, а где подхил-то? Может, я его подобрал уже? Не увидел сам. Иди сюда, гаврик. Трун. Вот это классный удар, конечно, мне нравится. Нахлобучил. Иди. Так. Что за мода у них вставать в блок? А? Эффект еще у меня такой. То ли я их поджигаю, то ли еще что-то в этом роде. Так, по-моему, все, да? Я могу продвигаться дальше. Или нет? Нет, не могу. Хм, странно. А кто еще тогда здесь уцелел? Так, я... Погоди-ка секунду. Так, где-то здесь. Не помню, неужели там где-то наверху? Секунду. А как мне туда попасть-то? Эй! А, вот, ё-моё. Чё, побежал-то сразу, эй. Там стены, ё-моё, и со стены лава идет, офигеть. Нафиг здесь стоять. Лишний раз жариться. Иди сюда. Вот мышь поганая, иди сюда. Ну давай, блок свой. Есть. Подбил. По-моему, все, ребята, можно идти к дверям спокойно. Ага, так и есть. Сломал к ядрене фени все. Что тут? Что такое? Твою маковку. Тихо. Да что там? А что? А что случилось, ребята? Я не понял. Так, 286 монет я заработал. Что мне можно здесь сделать? Я могу... С руками. А что с руками? Перчатки.
Кулак медведя. Кулак кошки. Кулак мыши. Хм. Ну давай, откроем. И ботинки. Оу, 2000, ранг S. Это же не ботинки. Или ботинки, вроде как ботинки, ребята. Каменные кулаки. Так. Аптечки, естественно. А, нет. Максимальная СТ могу открыть. Есть. Ну, как-то так, ребята. Ну что же, давайте. А что, я с самого начала? Вы издеваетесь? Вы издеваетесь? С самого начала все? Да ну нафиг. Да, ребята, все с самого начала. Охренеть. Ну что ж, дорогие друзья, давайте тогда мы на этом будем завершать этот видосик. Всем большое спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Вот такая вот она, фановая игрулька. Вот единственное, что, конечно, надо начинать все сначала. А может быть, я что-то неправильно нажал. Или где-то что-то не отметился. Может быть, какой-то сейв, чекпоинт есть. Не знаю, ребятушки. Так что, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.